Мировые цены на нефть продолжили падение. По состоянию на 8.02 четверга стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0.81% и составила $61.06 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале утром в четверг, 6 декабря, упали в цене до $61.06 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, по состоянию на 8.02 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0.81%. В то же время цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $52.37 за баррель, потеряв 0.98%. Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале утром в среду, 5 декабря, упали в цене до $60.99 за баррель, но вскоре немного подорожали. Перед этим 4 декабря фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли в цене до $62.18 за баррель. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.